Внимание, требуется ваша помощь. 15-летний Кирилл Прошин, житель Щелково, болен эпилепсией. Сейчас он в критическом состоянии. Мальчик постоянно находится в Московской детской больнице номер 9. Переживает приступ за приступом. Лечение не приносит результатов. Ребенку требуется дорогостоящее обследование в одной из немецких клиник. Стоимость процедуры более 2 миллионов рублей. Мама Кирилла, известный в Щелковском районе фитнес-тренер. Сотрудник клуба «Флекс Джим» принимал участие в нашей программе «В здоровом теле». Не оставайтесь равнодушными к чужому горю. Любая помощь с вашей стороны может помочь спасти жизнь ребенка.